Если бы среди красных был бы казах. Номер 29. Выходите быстрее. Как же вы достали уже, честно говоря. Уже в туалет элементарно сходить нельзя. Ереси, все вы кутырбосы? Куди? А? Еще Айриш Филиппы? Куди? Нина! Нина! Номер 29, походку проще сделайте. Как же вы достали уже? Можно я хочу? Номер 29, ты сильно храпишь. Ты что, здесь со мной спишь, что ли? Если маня, смотри, он не ищет. О боже, мне очень трудно, у меня ничего не получается. Я не могу спать, не могу есть. Я хочу поминать свой стиль жизни. Дай мне какой-нибудь знак. Мягкий знак? Как это понять? Все, килик. Брат, удобно будет, да? Я на Каспи скину вам. Можно? Сигас, щиты, турчизоналта, химабр, отстоста. Турчизоналта, 316, 60. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вас слушаю. У вас презервативы есть? Презервативы? Да, конечно. Вон какой, малиновый, гусарский, есть клубничный, банановый. Надо. Ну, это понятно, да. Можно мне одну штуку? Одну штуку? Вы пачку имеете? Не пачку, одну штуку просто и все. Но у нас одну штуку не продается, в пачке три. Не, мне три не надо, мне только одну надо, одну штуку и все. У нас одну штучку не продается, вот, как бы, в пачке три, и как бы, вот. Да вы поймите, мне просто одну штуку и все, я... Одну штуку дайте, я уйду. А зачем вам одну штуку? Просто понимаете, я потихоньку завязываю. Big sight. Ну. Ища! Тупой, елки-палки, мал! О, брат, ждешь, наверное, да, машину оставил, извиняйте, братуха. Здесь твоя машина, да? Да, брат, извините. Ну, брат, нельзя же так парковаться, жилка. Номера нету, сигнализации нет, напиши на бумаге. Да, блин, туда там с ребенка отводил, блин, извиняйте, братуха. Нельзя так делать, брат. Блин, режимишь, брат, пожалуйста. Да, режим, елки. Режим, все. Вот, больше не буду, я другой. Я больше не буду, отвечаю. Больше режим, не буду. Все. Больше не буду, брат. Все, все, брат. Все, все. А это, брат, вопрос есть. Ты когда меня ждал, ты, наверное, обзывался, да? Да. А какими словами ты обзывал меня, скажи, пожалуйста. Ну как? Ищак, тупой, мал. Мал? Да. Капец ты. Ну ты сам оставил, что? Блин, капец ты, мал, разве можно говорить? Ну, брат, рендивись, пожалуйста, ё-моё. Сядь, ну сам оставил, брат. Да ну ты, брат. Рендивись, брат. Другим, братан. Брат, да не, брат, пожалуйста, рендивись, брат. Да ну тебя, брат. Брат, рендивись, говорю, честно. Брат, я же, брат, пожалуйста, рендивись, брат. Да ну тебя, брат. Брат, рендивись, говорю, честно. Брат, я же не... Вот я тупой, а вот тупой же. Вот когда деньги есть, я трачу налево-направо. А вот сейчас даже на проезд нет уже денег. Как поступить зарплата, я буду экономить на всем. Буду покупать только те вещи, которые реально необходимы. Сайло, как ты? Ёма, миллион лет, ты чё потерялся, а? Я ж тебе бабки же должен, десятку. Вот, встречай, братан, не люблю быть должен. Давай, на связи, не теряйся. Ну, по идее, во-первых, это не зарплата. Во-вторых, покушать тоже необходимость. Так что сейчас комбо закажу и на такси поеду. Что, давай на гитарке что-нибудь сыграем? Ты что, на гитаре будешь играть? Что ты думал? Да ну нафиг, давай этот сыграй этот. Давай. Песня классная, как же она начиналась? Так, как же она начиналась? Которая? Сейчас, подожди, вспомню. Какая? Как же она называлась? Ну как, ты говори. Примерно. Подожди, сейчас я вспомню. Так. Че, как? Ну ладно, Херси, давай вот эту нашу любимую, братан. Да, нашу. Да, блин, давай. Как она? Как же, кто же ее исполнял? Слова, как? Ну, блин. Как? Ну примерно говори. Подожди, сейчас, подожди, слова там я сейчас вспомню. Ну как? Пацан или девчонка, блин? Да. Сначала ноты первые, скажи. Ладно, Хесси. Давай вот эту. Офигенная песня вот эту. Тоже ее поет туда. Как? Блин, как же его звали? Ну как вообще песня называется? На русском, да? Как же звали? Ну первую букву хотя бы, говори. Как же звали? Ну говори ты. Да пошел ты, а? Да пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Разборка в Америке. Hey,
what did you say about my mama? Hey, asshole, I didn't talk about your mama. Bullshit, stupid. You want to fight with me? Yeah, I want to fight with you, man. Okay, let's go. Yeah, police, run! Разборка в Узбекистане. Я сама гадмадмогца. Эй, бухумье, уке. Эй, коп габарма, где Волга бан уруб ябшпуяма. О, хоп. Кичерин? А, хоп, я, хоп, сиян кичерин, яке. Хоп, хапа улмай. Кичка ошка кене, хоп, ма? Хоп. Сабырне. Разборка в Казахстане. Эй, не. Я за чистоту, ага, отвечаю, здесь курить нельзя, ладно? Хорошо. Да, если что, выбросите. А, там я тогда... Да, если даже курите, то хотя бы, ага, не в затяг здесь курите. А, хорошо? Можешь, пожалуйста, брат, здесь не курить? Просто... Давай сигарету. Нет, брат, просто нельзя это курить здесь, ну, общественное место. Кто сказал? Я, блядь, здесь работаю, всегда здесь курю. Ты что? Не, просто, брат, потом там докуришь, ладно? Просто нельзя реально курить. Не гони, да, сигарету? Да завязывай, брат, ты что, я мою здесь сигарету, что ли? Ты что, гонишь, что? В смысле, брат? Я шучу, братан, Франк. Че это, Франк, братан? Там очень прям желтый цвет к лицу. Можете, пожалуйста, здесь не курить? Выбросить просто, ну, общественное место. Ага. Не, серьезно, можно? Да. Все, спасибо. Если что, просто, ну, аккуратнее. Я недавно одному втащил там. Острые козырьки, да вы? Салам алейкум. Острые козырьки? Красавчики, бля. Курить нельзя, ладно? Можете не курить, пожалуйста? Я не курю. Не курить? А, ну все правильно делаете. Все в одном бутике, да, одевайтесь? Все. Я кредиты оплатил, у меня долгов нету, если что. Молодые люди, здравствуйте. У меня к вам есть эксклюзивное предложение. Вам это интересно? Друзья, мы продаем крем по увеличению полового органа. Как вам такое? Да, у моего полового органа дегенниста, кирегиста. Хасет рот? Если вам это не интересно, то у нас есть второй крем, он укрепляет вашу потенцию. Как вам такое? Хой, бедес, нормально, китки. Потенция? Потенция. А чё, ханча трот не изи? Ханча трот такой, я чё тормозил, я салонский регист. Дорогой, что с тобой происходит? Как мы зашли домой, ты нем как рыба и смотришь на меня как... Не знаю даже как, на кого, блин. Я тут подумал. Я не хочу быть твоим инструктором по вождению. Почему? Я боюсь с тобой ездить. Чего ты боишься? Я всего лишь один раз не пропустила пешехода на переходе. Подземном переходе, дура! Подземном! Просто... Мынау не қарап жатыр? Порно ма? Азамат, ұят емес па, не қарап жатсың? А, делать тебе нечего. Блин, что, уже 7 утра, что ли, на работу пора? Ну, зачем я это всю ночь смотрел? Вот я долбоёб. Долбоёб сан! Туф, опять этот душ. Чё? Жан, я тебя очень сильно люблю. Давай начнём всё сначала. Ты всё, что у меня есть? Ну да, у тебя ж кроме меня ничего нет больше. Ошибаешься. Твои любимые цветы — розы. Вообще-то пионы, дорогой мой. Я всю ночь не спал. Я сочинил тебе стих. Послушай, пожалуйста. Ну, давай. Твои глаза. Ладно, не скучай, пожалуйста. Пока. Ну, пожалуйста, послушай. А. Чё? Ладно, не хочешь, не прощай. Просто знай, мне осталось жить 20 дней. Чё, меня за дуру держишь? Гонишь вообще? Иди отсюда. Да, всё. Тогда мы расстаёмся. Верни все мои подарки, которые я тебе дарил. Тогда и ты мои подарки возвращай. Снова темной скосок, рыжий берег с полоской ила, я готов целовать песок. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Брат, можно другу позвоню срочно? Мне батарейка все села просто. Да, можно, да? Алло, Ержан, ассалам алейкум, халайс, брат. Брат, я же стою же возле ресторана, куда мне ехать? А вы что, уехали уже, что ли?
О, ё-моё. Ну, я не знаю, где я буду через 2 часа. Через 2 часа. Ты где будешь, брат? В бане. В бане? Мы в бане будем через 2 часа. Все, да подтягивайся, давай. Что-то мочалка на бар, ма? Бар, да? Там пилинг, знаешь, что такое пилинг, да?